Сцена с Джорджем Уоллесом появилась после того, как ассистенты Боба перерыли кучу архивных пленок, как и для других сцен. И они нашли те, что можно было смонтировать и сделать из них историю. Мы сняли много кадров, состарили их, чтобы сделать похожими на архивные. Потом отсмотрели сцену с Джорджем Уоллесом и стали думать, как же это соединить. Я буду стоять сзади? Нет, ты будешь выглядывать оттуда. Сзади? Да, сзади, я тебя покажу. А ты стоишь здесь. Смотришь туда, сюда, на толпу. Типа прислоняешься, смотришь на людей. Смотрю на них? Да. Смешной человечек стоит у входа в школу, говорит что-то о сегрегации. А забавно, что там было двое людей, которых снимали на синем фоне. Но их снимали не одновременно, потому что второго охранника в тот день не было. Поэтому сначала сняли Тома. Он сыграл сцену с речью Уоллеса, смотрел на него. Потом мы все обрабатывали так, чтобы перевести цветные кадры в черно-белые, состаренные, с царапинами в точно тех же местах, что и на архивной пленке. Все старые кадры снимались без штатива, так что мы все делали буквально по кадру. Компоновали, размещали их фигуры в каждом кадре, чтобы все идеально соответствовало. На нашей пленке вы видите встречу генерала Грэма, командующего Национальной гвардией и губернатора Уоллеса. Эти солдаты Национальной гвардии сегодня солдаты штата Алабама. Они живут у нас, они наши братья. В этой борьбе мы победим, потому что обратим внимание американцев на угрозу, о которой так много говорили, и которую ясно видим сегодня. Угрозу военной диктатуры в нашей стране. Старые кадры снимались без штатива, так что мы все делали буквально по кадру. Компоновали, размещали их фигуры в каждом кадре, чтобы все идеально соответствовало. На нашей пленке вы видите встречу генерала Грэма, командующего Национальной гвардией и губернатора Уоллеса. Эти солдаты Национальной гвардии сегодня солги не было. Поэтому сначала сняли Тома. Он сыграл сцену с речью Уоллеса, смотрел на него. Потом мы все обрабатывали так, чтобы перевести цветные кадры в черно-белые, состаренные, с царапинами в точно тех же местах, что и на архивной пленке. Сцена с Джорджем Уоллесом появилась после того, как ассистенты Боба перерыли кучу архивных пленок, как и для других сцен. И они нашли те, что можно было смонтировать и сделать из них историю. Мы сняли много кадров, состарили их, чтобы сделать похожими на архивные. Потом отсмотрели сцену с Джорджем Уоллесом и стали думать, как же это соединить. Я буду стоять сзади? Нет, ты будешь выглядывать оттуда. Сзади? Да, сзади, я тебя покажу. А ты стоишь здесь. Смотришь туда, сюда, на толпу. Типа прислоняешься, смотришь на людей. Смотрю на них? Да. Смешной человечек стоит у входа в школу, говорит что-то о сегрегации. А забавно, что там было двое людей, которых снимали на синем фоне. Но их снимали не одновременно, потому что второго охранника в тот день...